Ребятушки, я с моста упал. Первый пошел. Давай, груз. Привет, друзья и гости моего канала. Сегодня будем рыбачить с нашего мостика, который мы в том году делали. За зиму его, конечно, сильно потрепало, весь повело. Вот, взяли поплывки, погодка сегодня прям, смотрите, какая пока что штиль. Вроде по погоде сильного ветра сегодня не будет, так что на поплывочек сегодня с вами комфортно посидим. А если еще рыбка попадется, то вообще будем в шоколаде. Наведем сейчас лютые прикормки. Что у нас тут есть? Вот такой вот. Пачечку возьмем. И каши. Вчера сварил, так кашку сварил, что аж золотистая получилась, подгорела немалек. О, лепехи. Что-то переборщил я, походу, с кашей. Ну, больше не меньше. Так. И почушку прикормки сразу сюда в догонку. Вот так вот. Попробуем с червячка. Где они у нас тут? Червей-то, кстати. А, да не. Немножко есть. Червячка насадим. Так вот. Так. Клевка. Что там у нас? Вот какая плотвица. Я тебя зацепил немножко. Ух, неплохая, кстати, да? Большая такая. Плотвица такая-то прям крупненькая, я бы так сказал. Батончик такой. Ладно, давай плыви. Ну вот, с открытием. Кирилл до этого карасика поймал, а я сейчас плотвицу такую. Причем плотвица больше его карасика получилась. Вот, давай, 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 давай. Оп, есть. Сейчас что-то получше. Ты что такое? Опять окунь. Третий подряд окунь. Реально окунь на точку встал. Солнышко у нас уже поднялось. А рыба пока нормально не клюет. Сейчас у меня в течение минут 5, наверное, прямо 5 окуней подряд. Мы как раз сидели, говорили, вот тут на спиннинг нормально бы попробовать окуня погонять. А вот тут прям видно, рыба в стороны распрыгивается, мелкая. И прям видно, горбы окуниные.
И прям, наверное, в течение вот 5 минут прям я только закидываю прям эти окуни. Такие, такого, наверное, размера, прям один за одним. Так что у нас сейчас пока окунь на точке лютует. Но мы все же ждем карася, что он сейчас подойдет. О, что там у нас? Подлещик, что ли? Ну, все равно уже лучше, да? Ну, это лучше, чем окунь. Потихонечку, видать, на точку ползут, наверное, варвары. Оп-о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 п. Опа, и есть. Что-то хорошее вот сейчас. Вот. Давай-ка, наверное, подсачочек достань. Дождались. Вот он, карасярик. Наконец-то. Наконец-то. Есть. Есть. Ну вот. А то одни окуни уже, наверное, десятка два, наверное, мы их наловили. Вот этот абонент наш. Вот он. И поклевочка. Хотя окуней тоже поклевочки серьезные были. Сейчас садок расчехляем. Зацепился вообще конкретно. Давай, братан, открывай. Опа. Тихо, тихо. Так, садочек пока оформим тебя. Первым будешь постоянным жителем. Давай. Первый пошел. О, хороший. Чусь у тебя там на фриктике. Слаблен, что ли, так сильно? Чё там хоть? Трещишь-то. Я думал, там треск, думал, там сазан. Ослабил, нервы потрепал. Ну вот хоть тоже неплохого, да? Вот второй неплохой за сегодня карасик получился. Фрикт, конечно, тебя трещал, как будто там реально... крокодила тащишь. Тут мелкий карасевич. О! О, хорошенький, походу. Не знаю пока. Фрикцион, конечно, не трещит, как у тебя. Ну да. Пригодится. Ну, такой обычный стандарт. В принципе, вытянул бы, но оборвется лесочка. Ох, и на то удочки. Стоп, стоп, стоп. На всех сразу поймали. Ты тоже? Да. Три удочки сразу сработали. Тогда карася цеплю. Три сработки сразу. И один из трех более-менее. Ну, хоть я на ту удочку поймал, так все время на эту клюет, так как-то не работает удочка почему-то. Дергаешь, поднимешь, поднимаешь так. Такие хотя бы клевали бы, был половчей.
Ну, я бы не сказал, что прям монстр, но хороший карасик. Поднимешься? Попробую. О, это достойный. Дождался я его. Аккуратненько. Оп, на борту. На борту припаркован. Вот такой паренечек. Ну вот эти уже поинтереснее ловить. И поклевка сразу шальная такая. Вот он. Ребятушки, я с моста упал. Кирилл хотел проплыть. Я пошел его отцеплять. И вон там мост, который мы делали. Вот смотрите, сейчас покажу. Тут кофты у нас упали. В принципе, ничего особо не пострадало. Вот на доска проломилась, и я шваркнулся вниз, короче. Благо в карманах ничего не было. Вот это приколюха. Опа, поклевка. Так. Что происходит-то? Тут твоя удочка еще мешает. А как я вытащу? Ты опасно туда теперь ходить. Твоя сторона разрушена. О! Карасямба. Есть. Освежился я после жары. Нормалечек. Давай-ка. Стою, обсыхаю после падения в воду. А получилось, Кирилл, короче, поплыл, говорит, пойду местечко сплаваю, посмотрю, отвяжи меня. Я подхожу сюда к лодке, вот сюда вот наступаю, и эта доска на краю трескается. У меня, получается, одна нога начинает проваливаться, и второй, я думаю, лодка еще тут, и второй я пытаюсь оттолкнуться, а сил не хватает, и туда прям шмяк. И вот так вот глубина как раз здесь примерно по пояс. Черпанул, вот сейчас все вещи с этого моста пока сдвинули под другую сторону, потому что он там вот эта доска лопнула, она держала и очень хлипкий стал. Так что вот так вот я еще и искупался. Стою, подсыхаю. Смотали удочки уже на улице, реально жарко стало, даже вот как я упал, освежился. Сначала было прям прохладненько, свежо, но уже опять начало нагревать. Даже мое сегодняшнее купание непреднамеренное не помогло. Половили, порыбачили. Сейчас рыбка, кстати, опять активизировалась. Вот как я в воду рухнул, видать, ее разогнал с камышов, и она опять начала клевать. А до этого вообще клева не было. Получилась сегодня такая рыбалка необычная. Вот этот БК, дабы если бы попал, как я рухнул, прям от моста отталкиваюсь на лодку и облодку, как этот, как рыба, вот обмостик, пук, и в воду, вот так вот. Давайте покажем, что мы сегодня наскладывали в садок. Кирилл достанет. И помимо этого, сегодня окунь реально одолел, никогда такого не было. Наверное, штук, наверное, 30-35, мы вот реально с одной точки достали. А вот так намеренно соберешься окуня ловить, фиг его поймаешь. Вот мы положили туда вот сколько таких карасиков. Более-менее, сколько, наверное, штук? 5-6. Вот такие плотные, вот на ладонь прям. Сейчас я приложу к руке его, так, чтобы быть примерно образ был виден. Во, вот таких вот. Зачетные прям карасики такие получились. Нормально так попадались еще. Мелкие карасики, меньше ладони тоже топились. То есть в общей сложности было отпущено сегодня мелочи. Порядка 40, наверное, 50 штучек. Так что, друзья, спасибо за просмотр. Всем пока. Занимайтесь любимым делом, ездите на рыбалку, даже если вы падаете с моста.